Кызылорде прошли областные молодежные дельфийские игры. В них приняли участие 110 ребят со всего региона. Дельфийские игры проводятся в нашей стране с 2004 года. Это уникальные состязания молодежи в разных искусствах. На областном этапе отбор проводился по 13 номинациям. Ребята соревновались в игре на разных музыкальных инструментах, в эстрадном и народном пении, танцах, рукоделии и так далее. Победители получили путевки на республиканские дельфийские игры, которые пройдут в ноябре в Шымкенте. На отборочные туры пришли очень много талантливых молодежи. Мы взяли только сильнейших из самых сильнейших. Если же они, например, выиграют областной конкурс, они поедут на республиканские дельфийские игры, а оттуда уже на международный уровень.